Сегодня самые красивые слова, самые искренние признания в любви адресованы вам, наши дорогие, милые дамы, преподаватели, студентки, сотрудницы нашего любимого Алтайского государственного университета. Для того, чтобы передать от мужской части коллектива искренние слова признательности, благодарности каждой из наших сотрудниц, преподавателю, ученому, каждой нашей студентке, каждому нашему сотруднику административного подразделения. Мы хотим высказать слова признательности, благодарности за светлые эмоции, за радушие, которое вы привносите в ваш коллектив, конечно же, за ваш профессионализм. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вас всегда окружали улыбки, всегда царило праздничное настроение, чтобы в ваших семьях. Мы еще раз поздравляем всех наших прекрасных дам с праздником здоровья, мира и добра. Будьте счастливы!